По международному опыту происходит, это все происходит, процессы происходят параллельно. Во-первых, большая часть населения вернется в те районы, которые не будут, ну, допустим, город Донецк, да, он же не минирован, а он миллионник. И оттуда сколько уехало людей? Ну, там, 500 000, может быть, там, 700 000. Они же вернутся намного быстрее, за исключением, там, допустим, нескольких, там, ну, может, до 100 тысяч человек, которых жилье разрушено, которая пострадала в результате боевых действий, они задержатся, пока оно будет восстанавливаться. Соответственно, то же самое Луганск, то же самое другие там города, Горловка, там, Алчевск, там, тоже Широкино, ну, допустим. Тоді, пане Олеже, таке запитання, а наскільки в нас, от, якщо можна по відсотках, замінований регіон міст і регіон, скажімо, грубо кажучи, поля? Тобто у нас міста теж великою мірою заміновані, чи там практично немає такої небезпеки? Там нету таких замінірових. Якщо це не прифронтовий город, якщо це не город, в якому ведуться бойові дії або знаходяться позиції бойовиків, то там, звісно, мінних полей ніяких нету. Вопрос просто, як буде осуществляться передача цієї території. Якщо вони, допустим, будуть відступати, то, звісно, вони будуть старатися мінірувати по максимуму. Так. Если же это будет происходить, допустим, политическим путем, да, что они складывают оружие, как бы сдаются на милость победителю, или, допустим, там самые отъявленные пытаются куда-то исчезнуть или сбежать, то наши войска, допустим, заходят туда, национальная гвардия заходит, пограничники берут под контроль границу, и начинается мирная жизнь. Опять же, здесь остается только в основном прифронтовая полоса и те районы, где велись активные боевые действия. Допустим, там вот, где Иловайская трагедия, да, произошла. Котел же был под Иловайском. Да? Да, вот, да. Это, вот эту местность надо все оцеплять и проверять на наличие минно-взрывных, взрывоопасных предметов. Вот так правильно будет сказать. Ну, грубо кажучи, то, после то есть, того, как замирение было, в места уже, в принципе, может люди повертаться. Да, люди могут возвращаться. То же самое и в села они могут возвращаться. Опять же, если не было. В любом случае, первичная проверка на наличие взрывоопасных предметов будет проведена сразу же. Будет проводиться войсками, будет проводиться там национальной гвардией, МВД, там все есть, которые силы, государство просто обязано приложить для того, чтобы первичный осмотр местности провести быстро, для того, чтобы дать возможность переселенцам вернуться в свои дома.